दो बार उसको जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ेगा, वो सीधा भगवान को पास में जाएगा। इसलिए इसका नाम कामना पर नाम पड़ा है। कारण है यदि यहाँ पर जो मूल काम है, भागवत ने बताया जो मूल काम क्या है, मतलब कृष्ण का प्रेम को ही यहाँ पर काम बताया गया। जैसे गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया, बोले काम को द्वारा ही कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए प्रेम को ही यहाँ पर काम कहते हैं। इसलिए काम्यवन मतलब होता है जहाँ पर कृष्ण अपना सारी कामना, в действительности кама в трансцендентном отношении является прямой. Кришна исполнил все желания одним своим действием. Он исполнил желания. Имеются три лилы в Сакхарасе, затем Ватсалья лила, и затем Мадурья раса лила. И в этих трех лилах Кришна... Вы только что сейчас обрели даршан Бходжана Стали, когда Кришна приходил сюда со своими друзьями пасти коров. Они сидели вот в этом месте и совершали Бходжана Стали, это место, где Кришна принимал завтрак со своими друзьями. И очень много... बोले मेरे ऊपर में बैठ करके आप भोजन करना, इसलिए कृष्ण आकर के सखाओं को साथ में वहीं पर बैठे और बैठे। कृष्ण приходил сюда со своими друзьями और सखाओं को साथ में लीला किया। अभी जो कुंड देखा, कुंड का नाम क्या है, и совершал здесь удивительные сладчайшие лилы со своими друзьями. Когда Брахма же пришел сюда, सखा और बछड़े को जब सखाओं को साथ में बैठ करके कलेवा कर रहे थे, когда Кришна находился здесь со своими друзьями, в это время Брахмаджи увидел, обрел его божественный даршан. Брахмаджи снизошел и подумал, увидя Кришну в окружении своих друзей. Держа ее в левой руке. И поэтому он решил проверить Кришну. И эта лила состоялась, когда он похитил всех телят, а затем друзей Кришны. Но когда он реализовал, что Кришна является Верховной Личностью Бога, увидев всех друзей Кришны в четырехрукой форме Вишну, он начал: когда мне совершают любовное служение Яшода Майи и Нада Махарадж, которые являются обителью Ватсалии, лилы, которая происходила также, и Сакхараса в Сакхалиле, эти удивительные игры происходили в этом месте. И также Кришна встречался с Раджа-гопи. Когда Кришна, он находился со своими друзьями, сказал им: «Вы знаете, кто я?» А друзья ответили: «Ты знаешь, ты Макачор, ты являешься сыном Яшоды Майи и Нанда Махараджа». И также друзья подтвердили: «Да ты же такой же пастушок, как и мы». Но Кришна ответил: «Но я сам Шри Бхагаван». Но никто не слушал, все смеялись. А гопи, прежде мы приходили сюда с Шилой Гурудевом. И иногда мы находились здесь три дня, вот в этих, совершали парикраму в этих местах. Все священные места, которые связаны с Камьявана, Камьяшвар Махадев, это особое место. Если у нас будет время, из-за того, что но оно очень ограничено, когда также здесь
Место Ланка называется, и также другое место, где находится божество Сита Деви. И все эти священные места, они полностью присутствуют в Камьяване, который является одним из выдающихся лесов Вриндаванов. И даже пандавы, они, когда находились в изгнании, приходили в это место. В то время Драупади, когда была очень, испытывала жажду, она сказала в начале Пхими своему мужу, она обратилась. Он сказал: «Пожалуйста, не пей воду в этом озере», в начале которой он пошел, чтобы набрать воды, и он услышал голос, который сказал: «Не пей воду». Но Бим не послушался, выпил воды и упал в обморок, потерял сознание. Затем все остальные пандавы, они также потеряли сознание. Наконец, когда Юдхиштхира пришел, и он увидел, что его братья находятся без сознания, он услышал тот голос, который сказал: «Не пей эту воду, вначале ты должен ответить на мои вопросы». Первый вопрос в чем заключался? Кто счастлив в этом материальном мире? Кто на самом деле счастлив? Тот, кто реализует, что нет смерти в этом материальном мире, что он становится бесстрашным. Если вы, например, живете... Все, что в материальном мире приходит, оно в конце концов созидается, поддерживается и затем разрушается. Поэтому ничего в этом материальном мире нет ничего вечного и постоянного. Все умирает. Все временное и приходящее. На самом деле материальный мир — это обитель смерти. Но тот, кто рождается в материальном мире, он находится в неоплатном долгу перед своими родителями, и за долгие-долгие рождения он не может отплатить своим родителям. Каким же образом можно избавиться от, совершить все обязанности и отплатить всем, кому мы обязаны? Кто может заплатить? Сам Шри Бхагаван, который берет на себя ответственность того, кто полностью предлагает себя лотосным стопам Господа, он освобождается от всех обязанностей в этом материальном мире, от всех... Кто-то скажет: «Я буду служить саду», но кто-то может ответить: «Нет, родителям, которые дали тебе рождение, они заслуживают большего поклонения». Если вы имеете общение с саду, то тогда смерти нет. Если вы обретаете шаранагати, полный приют лотосный стоп Шри Бхагавана, он... Тогда тот, кто совершает преданное служение Господу, он избавляется от такой смерти, он обретает бессмертие. На самом деле, что является истинным домом в этом материальном мире? Истинным домом является приют. Счастлив по-настоящему в материальном мире. Второй, как можно освободиться от всех обязанностей и того, что мы должны по отношению к другим. А третий, что является самое удивительное, самое изумительное в материальном мире. А Юдхиштхира ответил, что на самом деле, хотя Джива находится в оковах смерти, но никто никогда не считает, что он умрет. И это самое удивительное, то, что мы видим вокруг, люди умирают, но мы считаем, что мы никогда не умрем. Это почему? Потому что на уровне души мы обладаем этим сознанием вечности, и поэтому мы никогда не считаем, что мы умрем. Это самое удивительное. इसलिए केवल एक ही रास्ता है
महाजन जन गत स बंधा, हमारे जो महाजन लोग जिस रास्ता में गए, बोले महाजन कौन है? ये जब महाराज कहते हैं पार महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जलक भीष्म बलि व्यासकी, और जब महाराज कहते हैं कि जो बाहर महाजन है, Харе Кришна, нет связи. Сейчас я проверю, как техническое. Лёг сабдесо махаджини ки раста хи, бастаб раста хи. И саб гатна махапар жаб жай ко, баут сари гатна ек бар хуй. Ек бар Гомасур ка груфа хе, хе? Кришна жаб сакхау ко саат ми, ек бар. Гучара на кан рэй, ек Гомасур не кя кия, ек сакха ка рук дарна кар дия. Сакха рук дарна кар дэ дия, усне ек ек бачча ко утха утха кар ке, ле кар ке, ко груфа ме, хе? Ко груфа ме ле кар बंद कर देता था। कृष्ण ने देखा मेरे एक ही तो सखा कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे देखते थे मैं गायब होते जा रहा है। इतने में कृष्ण ने बलदेव कृष्ण ने देखा ये बच्चा ये व्यक्ति कहाँ ले जा रहे हैं, सखाओं को देखा लेकर के वो गुफा में बंद कर रहा है। इतने में कृष्ण उसको पकड़े, पकड़ कर जब उसको मारने के लिए गए, ये पृथ्वी डगमगाने लग गई। हम जाएंगे जहाँ पर श्री बलदेव प्रभु का अभी भी चरण चिन्ह, उन्होंने अपना चरण से, क्योंकि बलदेव प्रभु पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता, उन्होंने अपना चरण से उन्होंने पृथ्वी को उन्हें पकड़े हैं जब डगमगा रहा था। इतने में कृष्ण उन्होंने और राक्षस को कृष्ण ने बंद किया। इसलिए जो काम्य बहन है यहाँ पर बहुत बहुत लीला, अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे, गोविंद देव जाएंगे, गुरु की कुंड जाएंगे, गोविंद जाएंगे, बहुत सारी जाएंगे। इसलिए हम लोग काम्य बहन में आए हैं जहाँ पर प्राकृत और अप्राकृत जितने सारे काम है, Харе Кришна, вы настолько удачливы, что пришли в это место. Если вы будете из глубины души молиться, то тогда все анархии, все препятствия, все осложнения вашей духовной жизни разрушатся. Поэтому по милости и большого энтузиазма Шрила Вана Махараджа мы смогли приехать сюда, в этот особенный день. Это было непросто. Большое спасибо. Потому что Шипатха Вана Махараджа, благодаря ему мы собрались здесь. Кришнаю, Кришна Бхактаю, Тадбхактаю Намо. Под руководством Шри Гуру и Вайшнавов мы пришли в это место, совершая Вриндавана Мандала Парикраму, мы пришли в Камьявану. Имеется 12 основных лесов во Вриндаване. Если вы не совершите парикраму в Камьяване, то в действительности ваша парикрама не будет закончена. Еще одна моя... Родители, здесь также происходило вот в Ватсале Лила Кришны, и когда ему было 5 лет, мама Ишода, она часто приходила сюда. Она приходила в лес Камьяван. Почему называется Камьяван? Кам на санскрите означает Дхату через на санскрите означает то, что ваше как бы желание через кама это означает према на в трансцендентном мире. То, что исполняет, наполняет сердце счастьем, према, это означает кама. Но в материальном мире это имеет совершенно противоположное значение трансцендентном. Когда у вас есть какие-то личностные желания, корыстные цели, желание удовлетворения материальных чувств, это называется кама, вожделение. Но в трансцендентном мире
гопи, когда они встречаются с Кришной, эта встреча, она прокат, она трансцендентная, она находится за пределами нашего материальных представлений. То, что они делают для счастья Кришны, чтобы он был счастлив. Также в Гопи-гите объясняется в последней шлоке. Гопи считают о том, что у Кришны такие нежные стопы, а наша грудь, она такая твердая, поэтому Кришна, они желают, чтобы Кришна поставил свои лотосные стопы на их грудь, но они считают, что она настолько прочная и твердая, что он может почувствовать себя совершенно некомфортно, если он поставит свои лотосные нежные стопы на их грудь. Шрила Гурудев и наши Гаудия Вайшнавы превозглашают, что Вриндаван, Чиргат, Ямуна и все. Вы знаете, панды также приходили во Вриндаван. Вриндаван единственный. Это то место, которое сейчас в Рупа Санатане, в нашем Гаудия Матхе, Ямуна Деви рядом, где Кришна совершал свои удивительные сладостные игры в сердце Вриндавана, месте, которое называется Севакунч и так далее. Также Кришна совершал разнообразные лилы со своими сакхами в лесу Камьяван, и также Мадурья Лила совершалась здесь, в этом особенность леса Камьявана. Все враджалилы присутствуют здесь. И поэтому обретя даршан этого священного места, леса Камьяван, который является одним из выдающихся лесов Вриндавана, и в действительности мы также пришли с еще большим намерением и желанием обрести даршан Вриндадеви, который находится в Камьяване. Когда мусульмане, что они делают? Во время Дипавали, в то самое время, это произошло в Агре, там этот царь находился, мусульманский царь, и во время Дипавали в Агре, и этот мусульманский царь, который находился в Агре, сказал своим министрам, издалека очень много света. Почему? Потому что во время Дипавали очень много огней, которые украшают храмы. Храмы из-за того, что они очень величественные и высокие, даже издали мусульманский царь мог видеть в Агре сияние, которые исходили из храмов. И поэтому он сказал своим министрам, чтобы они разрушили индийские храмы. И в Джайпуре один преданный приехал во Вриндаван. Когда он узнал о том, что хотят разрушить храмы, он сообщил об этом, и те божества, которые были проявлены Браджанатхам, который является праправнуком Шри Кришны, все эти божества, которые он установил, Вриндадеви, Шри Говиндадев, Шри Гопинат, Шри Мадана Мохана и другие, он всех погрузил и хотел отвезти их в Джайпур и сохранить их в безопасном месте. Но в этом месте, Камьяване, повозка остановилась, и Вринда сказала, это Вриндаван, моя нить, вечное место, где я нахожусь, где Рада Кришна совершает свои прекрасные лилы. Я не желаю покинуть Вриндаван. Он взял
пять божеств в Джайпур, а Вриндадеви оставил в Камьяване по ее собственному желанию. Когда вы увидите прекрасный образ Вриндадеви, это единственное место, где Сакшат Вриндадеви находится. И мы настолько удачливы, что сегодня мы сможем в храме Вриндадеви поклониться ее лотосным стопам, вознести ей молитвы. Наш Шрила Гурудев, Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Он также проявил Вриндадеви в Шрирупа Санатана Гаудия Матха. Шри Вриндадеви, она обратилась к Шриле Гурудеву. «Я хочу находиться в твоем матхе». По этой причине Шрила Гурудев проявил а затем установил это удивительное божество Вриндадеви в нашей матхе. Вы можете обрести даршан Вриндадеви в двух местах. Это единственный Враджанат, который установил Вриндадеви. Это Сакшат Вриндадеви, который находится в Камьяване. И вторая виграха Вриндадеви можете обрести даршан в Шрирупа Санатана Гаудия Матхе. Лишь только две Вриндадеви, два божества Вриндадеви, которые находятся во Вриндаване. Изначальная Вриндадеви, которая присутствует в Камьяване. И если вы будете... Шрила Ванна Госвами Махарадж говорит о том, что уже упомянулись различные виды лил, которые происходили в этом месте. Но я хочу сказать боль, когда пандавы приходили сюда, в лес Камьявана, они находились длительное время. В течение года они жили рядом с Вималакундой. И в то время, вы знаете эту историю, которая произошла. Удивительная лила с Дурваса Риши. Дурьодана, он хотел наказать пандав, и обратился. Он знал о том, что пандавы находятся на Вималакунде. На самом деле, кто... Кто не совершает баджан, они как-то живут, так сказать, отличаются от тех, которые совершают баджан, они живут более простой жизнью. И поэтому совершенно простой жизнью жили пандавы на Вималакунде, которая находится недалеко. Вы знаете, кто такой Бхим? Один из пандавов. У него был всегда очень хороший аппетит. Если он начинал что-то употреблять, какую-то пищу, ему было трудно остановиться. И поэтому Дарьодана... Он пришел и приготовил все самое наилучшее, что может быть в дворце для того, чтобы он приготовил. И в этой ночью что произошло? Читрасен. Он находился рядом, и он увидел Дурьодану, Карана и Душасана. И этот Дурьодан, он что-то обратился оскорбительно к нему. Читрасену что-то сказал.
И тогда Читрасен сказал: «Я накажу тебя за твое непочтительное отношение». Потому что шастры говорят, что Дурьодана — это тот, кто является тот, кто совершает бессмысленные, глупые поступки, не обладающие разумом. Так переводится Дурьодана. В священных писаниях что он относится к и также обладает. И также обладает демоническими качествами. И Читрасен что сделал со своими солдатами? Он пришел сюда, в это место, в лес. И там в этот момент, когда он пришел, и он, в общем, он захватил этого Дурьодана, связал веревкой, хотел убить его. Он привел его в какое-то место, чтобы его осудили. Почему? Потому что он хотел наказать его за его... И тогда Дурьодана сбежал этого плена и побежал к Пандавам. И в этот момент пять братьев и Дропади находились вместе. И Дурьодана сказал... Кто-то сказал им... что Дурьодана, он хотел сбежать из плена, но не получилось, и кто-то сообщил им, что он находится в тюрьме. И его обвинили, и Бхим сказал: «Хорошо, пусть его убьют». Но Юдхиштхир Махарадж сказал: «Нет, нас пятеро братьев, мы все являемся родными братьями. Что бы ни произошло, даже если он является нашим врагом, мы не должны его наказывать». И он обратился к Бхим: «Послушай, нам следует его спасти от наказания». И Арджуна вместе с Бхимой в то время в собрании находился Читрасен. И в собрании в этом присудили Дурьодану то, что он должен быть наказан. Из-за того, что они хотели спасти его. И хотя он вел себя очень, очень враждебно по отношению к пандавам, несмотря на это, они были настолько благородны, что в этот самый момент, когда ему грозила опасность, из-за того, что Читрасен, он наказал его за то, что они вели себя очень непочтительно, его армия, там, где он находился, там все были очень пьяные, и были всякие дебош, всякие раздоры были, и вот за это его хотели наказать, Дурьодана. И тогда они подумали: даже если мы его спасем, как в Махабхарате, Дурьодана, который явился причиной этого сражения, несмотря на все на это, то, что он к ним вел очень враждебно, несмотря на это, пандавы спасли его от наказания. Вы знаете, те, которые смотрели Махабхарату по ТВ, фильмы, связанные с Махабхаратой, они очень хорошо знают, о чем я говорю. Однажды Шри Баладева Субхадра пришли в Хастинапур.
То есть он извиняется, Дурваса Риши, он блуждал повсюду и пришел в Хастинапур. Как говорится, не доверяйте саду, кто-то превозгласил. И Дурьодана, когда встретился с Дурваса Риши, он сказал: «Ты знаешь, мои пятеро пандавов, братьев, они находятся на Вималакунде, в Камьяване». Это как раз было время перед обеденной, когда Дурьодана сказал ему: «Ты должен пойти после обеда, потому что в этот момент они отдыхают». Он сделал это специально, нацеленно, зная о том, что, что они... И Дурьодана знал, что после обеда горшочек, на котором готовил Дропади, он уже больше не готовил ничего. И поэтому он знал, что если Дурваса Риши придет со своими 7000 солдатами, с последователями, то тогда пандавы не смогут предложить ему ланч-прасад. И поэтому он предложил ему пойти вот после 3 часов. И когда Дурваса Риши пришел, обратился, сказал: «Я очень голоден, я и мои последователи, поэтому сейчас я пойду принять омовение на Ямуну, но когда я вернусь, я хочу принять прасад в вашем доме». Когда он ушел, Дропади, она была очень расстроена и сказала Итишчили Махараджу о том, что нет, то все уже она помыла горшочек, который не будет готовить до следующего утра. Даже если тысячи и тысячи людей придут, горшочек будет производить пищу. Но когда Драупади, она последняя принимала прасад и мыла его, с этого момента его мистическая волшебная сила прекращалась. И тогда Драупади очень расстроилась и сказала: «Дурваса Риши проклянет нас. Что же нам делать?» Дурваса, он говорит только 2 слова. Вот он сейчас повторил, то есть, как бы, которые означают проклятие. Дурваса лично является необычным Риши. И что же Драупади сделала? Она полностью предалась Кришне, она начала молить его из глубины своего сердца. Она подняла волос, она подняла руки кверху. И начала произносить сочайшее имя Кришны, звать его. В этот момент в Двараке Шри Кришна, Шри Бхагаван. Он принимал ланч. И он только хотел отдохнуть. В этот самый момент, в то время не было телефонов, никакой связи. Что произошло? Кришна, в этот самый момент, когда Драупади позвала его, он немедленно устремился и появился. Прежде он сказал Рукмини о том, что он должен срочно уйти, потому что Драупади зовет меня. И он моментально, молниеносно предстал перед Драупади и сказал: «О, Драупади, я настолько голоден». А Драупади сказала: «Дурваса Риши принимает омовение ему, на Ямуне со своими учениками, тысячами учениками, они скоро должны вернуться. Что же мне делать, Кришна? Как же я могу их накормить?» И тогда Кришна сказал:
принеси горшочек, не надо, я его помыла, я ничего не могу, он не может нам помочь, но под влиянием йога Майи совершилось необычное. Кришна проверил горшочек и нашел маленький листик шпината. Затем он почтил его, выпил воды и почувствовал полное удовлетворение. Вы знаете, когда Кришна удовлетворен, тогда все удовлетворены, все живые существа не испытывают никаких страданий. Точно так же, когда Кришна выпил, он сказал Бхиме, чтобы он пошел и пригласил Дурваса Риши. Когда они увидели его, они в большом испуге подумали, что же делать, потому что Дурваса Риши, он был совершенно сыт, он желудок был настолько переполнен у него, у его учеников. Вместо того, чтобы ответить на приглашение Бхимы, они все побежали в разные стороны. А Бхима бежал за ними и кричал: «Эй, Риши! Эй, Дурваса Риши! Куда же вы бежите? Мы вас ждем! Эй, Дурваса Риши! Боджан уже готов, то есть Бога готова!» Он все бежал и звал их, но все в большом испуге бежали и ничего не слышали. И то есть далее продолжают говорить о том, как они бежали, следуя своему духовному учителю, припрыжку в разные стороны, издавали какие-то непонятные звуки, очень смешные. Сегодня мы посетим святые места, такие как Камьеван, Вриндадеви. Йога Майя устроила так, что у нас сегодня очень много прасада, который мы должны почтить. आज मुझे वो गुमासुर के गुमापौर मंत्र मत जाइएगा।